вторая Паралипоменон, 20-я. Продолжаем последний час жизни этого Йосафата. Видели в 17 главу, как он начинал хорошо, вот, и как он был разделен от этих грехов Израиля. Я сказал, что он из Юды, Юда и Израил, две разных вот, государства. Израил только поверхности верили в Бога и, в принципе, занимались идолослужением. И Ахав был царь Израиля, Йосафат был царь Юдине. И Йосафат начинал хорошо в том, что он не шел с ними. Потом мы читали 18 главу, как он согрешил, он шел с этим Ахавом, даже несколько лет он был. Потом покаялся, почти умер, когда он шел с ним на битве, почти умер. И 19 главу мы читали, как он в этом покаялся. Сейчас 20-я, мы читаем, как у него был огромный кризис, когда был огромное потрясение амалекитяне, Майоницкое и так далее. И он молодец, держался, уповал на Господа, но закончилось опять слабостом. И это, к сожалению, в нашей жизни такие волны. Вера, потом грехопадение, потом опять духовности. И это самое главное, то, что мы ищем в Царстве Божьем, это чтобы не будем такие, мы не будем так, верить, и потом согрешить, потом духовности и так далее. И, ладно, тут огромная толпа народов, всякие воинства пришли против этого царя. И в третьем стихе он обратил лицо свое взыскать Господа. Я сказал насчет 19 главы в третьем стихе, что Бог сказал ему, что ты молодец, потому что ты расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. То есть это вообще его подход к жизни, всегда взыскать Бога в жизни. И тогда, когда кризис пришел, когда вот такой огромной армии пришли, против него, когда написано, что он взыскал Господа, он это характерно для него. И так и есть. Это не просто наше отношение к Богу во время кризиса. Наше отношение к Богу или о Боге во время кризиса, это, в принципе, то же самое отношение, которое у нас есть в сердце, когда жизнь более спокойнее. И это вот урок, что это не так, что Бог как-то ожидает от нас духовности или веры при кризисе. Наоборот, он хочет, чтобы мы будем с ним в сердце, вообще в жизни. И поскольку мы пребываем с ним, поскольку тогда мы встречаем кризисом, в этом же духе, в котором мы вообще живем в жизни. Если ты каждый день молишься Богу, читаешь Слово Его и вообще имеешь отношения с Ним, тогда при кризисе ты будешь то же самое делать. А если человек вообще так и не делает, и только при кризисе обращается к Богу, так как, к сожалению, множество на этом планете, то это не духовность, это не вера. Это не живое отношение с Богом. И, кажется, из 3-го, 4-го стиха, из 20-й главы, что он приглашал весь народ и тоже молиться об этом проблеме. И почему нам придется приглашать других людей для нас молиться? Павел это сделал постоянно, когда у него был какой-то проблем, какой-то момент. Он столько раз писал верующими людьми, давайте и тоже молитесь. Почему? Это не так, что Бог такой глухой, что если Он только слышит мою молитву, то вряд ли Он будет обратить внимание, если мы все будем как-то кричать, наверное, мы как-то поймаем Его внимание. Нет, это не так. Это было бы примитивно так считать. Это тоже так, наоборот, что Бог и тоже чувствуется к нами, как Его дети. И Он как-то открыто. У него разные варианты. Он может и так поступать, так поступать. А поскольку мы все будем умолять Богу, допустим, в этом случае, чтобы
юды не пали бы перед таком армией этих агрессивных людей, то да, он будет слышать. Это цель, смысл церковной жизни. Если это вообще не так, и мы сможем церковь просто обратиться к Богу на личном масштабе, и не надо никакой церковь, никакой группа, то вроде не стоит вообще собраться. Вот. А цель и суть церковной жизни – это чтобы мы сможем поделиться друг с другом наши проблемы, наши молитвенные просьбы, чтобы вместе мы помолимся. Помните, как Иисус сказал, что Он является иго. Он сказал, что из-за того, что Он иго, тогда наша вес всего получается меньше. Это из-за того, что Он является уникальным способом. Через того людям могли бы вместе носить тот груз. Это не так, что тот груз по фактам получается тогда меньше, что 100 килограмм это только 10. Нет. А если 10 человек с этим иго Иисуса ходит, то это получается, что я сам только буду 10% взять на себе. И он является единственным способом для этого, присоединения между людьми. И они молились Богу в 6 стихе. Не ты ли Бог на небе? Когда мы молимся Богу, это хорошо начинать так, что Бог есть на небе. Отче наш сущий на небесах. То есть просто размышлять, что я здесь, и Он там. Но Он на самом деле там. И я поэтому думаю, что Бог тогда существует как личность. Определить получается немножко примитивно. Но все равно Он существует не как какая-то абстрактность, не как дух, который летает туда-сюда. Он существует как личность. И из-за того, что он личность, у него поэтому есть определенное место. Поэтому столько раз, когда людей в Библии молились, написано, что они начинали с того, что ты Бог на небе. Так как Иисус учил нас молиться, Отче наш сущий на небесах. Что просто надо соображать, что Он на самом деле там. И мой маленький слов доходит именно туда, к Нему. В 7 стихе. Ты дал тут землю семени Авраама, друга твоего, навек. То есть это чудесно, что Авраам называется друга Божьего. И что человек может на самом деле приближаться к Богу до такой степени, как друг. Даже написано Моисея. И что он говорил с Богом, можно сказать, довольно расслабленный. Конечно, с уважением, но как-то зная, что на самом деле он друг мой. И такое, такое близкое отношение на самом деле возможно. На самом деле. В 15 стихе Господь ответил, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Каждый раз, когда у нас есть конфликт, допустим, конфликт с человеком, конфликт с соседом, конфликт с женщиной на троллейбус, конфликт с кем-то. Вот. Тут война, скажем так, это не ваша, а Божья. И поскольку мы на самом деле чувствуем, что да, я крещенный во Христе, я во Христе, я с Ним, вот я являюсь Его представителем на этом свете, поскольку тогда мы сможем понять, что да, тот конфликт, тот момент, это не моя. Это не между тот человек и мною, а между тот человек и Богом. Ибо не наша война, и не ваша война, а Божья. Это очень глубокий смысл в этом. Потому что жизнь, когда мы смотрим более отрицательно, более негативно, жизнь иногда кажется постоянно течь конфликтов.
конфликт с этим человеком, конфликт с этим организацией, с этим группой, что, с этим учреждением. Ой, это кажется конфликт в конфликте. Но эти конфликты войны не наши, а Божьи. Но мы сможем только так чувствовать и только так считать, если на самом деле мы со Господом, если на самом деле мы являемся Его. Иначе мы не сможем так думать. Иосафат в таком степени верил, что Слово Божье исполняется, что даже до того, что Бог дал ему по фактам победу, он поблагодарил Богу, так как уже у него был тот победу. В 18 стихе преклонился Иосафат лицом до земли. То есть он на самом деле думал, ой, спасибо, ты дал мне победу. Если было бы я как-то думал бы, ну ладно, ты обещал дать мне победу, но после факта, после у меня есть на руках, как говорится, то я буду тогда тебе поблагодарить. А он так верил в Слово Божье, Слово этого пророка, что он сказал, ну хорошо, ты так обещал, это точно будет. И в 19 стихе много чего написано, как в разных этих группах священников и левитов хвалили Господа голосом весьма громким. И в 21 стихе, когда они шли в войну, написано, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили, славьте Господа, ибо во век милость Его. То есть, когда они шли в войне, в первом очереди написано, он поставил певцов Господу впереди. То есть, он до таком степени уверен, что если Бог так обещал нам победу, так и будет, обязательно. И поблагодарил Господа даже до этого победу. Иисус, похоже, сказал, когда он сказал, что нам надо верить, что у нас уже есть то, что мы просили в молитвах. И это, конечно, кое-что. Верить в таком степени, что то, что я спросил, у меня уже есть как-то на руках. Я даже чувствую, что у меня есть на руках. Мы сможем только, конечно, так чувствовать, если мы 100% убеждены, что я попросил по воле Господня. Это не говорится, допустим, личное улучшение в жизни. Это говорится так, как естественно, в духовном плане. Итак, он победил. И молодец, что он оказал такую веру. Ну, как-то закончится тот история немножко печальный. В 35 стихе. После этого вступил Иосафат в общение с Ахазеем, царем израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли. И написано, они построили эти корабли вместе, но последнее слово в 37 стихе разбились корабли и не могли идти в Фарсис. 17 главу начиналось так, что Иосафат молодец, что он написано, что он не стел, он не поступал по деяниям израильтян, этих 10 коленов. Потом, 18 главу, он в этом области согрешил, он стел какой-то союз с Ахавом, царь израильский. Они шли вместе в войне, и Ахав там почти умер, и тот отношения с этим Ахавом, он понял, что это очень не то, а греховное, он покаялся. 19 главу мы прочитали, сейчас 20 главу, опять была проверка на руках этих, ну, отражений, он молодец. А сейчас опять он сделал тот же самый ошибок, который он раньше сделал. Дружился с царем Израиля в общине. И то, что он сделал, не получилось, потому что эти корабли разбились.
Это, к сожалению, как я сказал, в нашей жизни волнов духовности, потом грехопадения духовности. Иногда мы как-то разочарованы в самом себе, что ну как я могу так? Разве я верующий человек, если я постоянно так? И как-то мы читаем Библию, читаем, в принципе, биографии, масса здесь биографий. Ну, мы встречаем людей, где мы видим отражение самого себя. Потому что, я уверен, мы все так чувствуем. Но здесь последнее утешение, 32 стих. Это оценка Божия вообще об этом царе. Он ходил путем отца своего Асы и не уклонился от него, делая угодное в очах Господних. И только высоты не были отмененные, и народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу отцов своих. Что это за оценку? Я понимаю, что да, он сделал, в конце концов, угодное в очах Господних. Несмотря на то, что всякие эти волны духовности, потом грехопадение, потом опять и так далее. Такой зигзаг на графике. В конце концов, Бог сказал в оценке, что ну ладно, ты не уклонился, ты делал угодное в очах моих. И это утешение, если мы так чувствуем, что ну да, кто я? Верю, потом не верю. Послушный, потом непослушный. Кажется, все, два шага назад и три впереди. Разве это духовность? И разве это духовный прогресс? Но это прогресс, ну, хотя очень медленный. Мы повторяем тот же самый ошибки. Так как тот царь Йосафат повторил эти же ошибок, которые он раньше совершал с этим царем Израилем, это Ахав. Он сейчас опять это повторился. Ну ладно, последние оценки. Это так, что он в принципе держался. И это не может как-то быть оправданием для нашего грехопадения, что ну ладно, все будет как-то хорошо, не слишком надо волноваться. Ну, более положительно это утешение, чтобы держаться. Чтобы держаться. И несмотря на то, что Бог заметил, что народ, вообще его народ, не обратили твердое сердце своего к Богу. Несмотря на это, он сам держался. И это тоже очень сложно делать, когда твой округ такие, которые называются верующие, но по фактам не очень такие. И факт того, что он держался, несмотря на это, я думаю, ну, это ободрение для нас, потому что иногда кажется, что есть очень малых искренне верующих. И в этом плане на самом деле малый, очень малый. Но несмотря на тот округ, и несмотря на то, что они частично являются над нами, мы сможем держаться в очах Господних. В очах Господних, потому что это самое главное. На самом деле, это самое главное, где наше сердце. Я думаю, что он держался. Почему? Потому что столько раз написано, что он расположил сердце его взыскать Бога. То есть он на поиск, он не уклонялся от этого. Всегда хотел в сердце быть с Богом. Ладно, кто хочет добавить по теме?